Полищук, Андрей Андреевич, как бороться с диабетом и жировым гепатозом? Жировой гепатоз, вот смотрите, жир, особенность жира. Жир является особенностью нашего организма, и жир необходим для того, чтобы у человека из жира вырабатывалась жидкость, вода. Наш жир из 100 граммов жира человек может получить 1 литр воды. Такой экзогенной, да, она называется. Таким образом, в случае, если человек начинает поправляться и в нем начинает накапливаться жир, то что хочет организм в этот момент? Ответьте сами. Организм хочет пить. Именно поэтому жирные люди должны знать, что они должны увеличить количество употребления воды. Я гарантирую, если человек начинает употреблять большее количество воды и больше ее тратить, то, ну там, физические упражнения, то очень быстро начинает худеть. Проверено на себе. Второе, диабет. Диабет второго типа, которым вы, кстати, болеете, тоже связан с тем, что инсулин накапливается в жире. И как работать с этим? Аналогичный метод. Пейте побольше воды, занимайтесь активным дыханием, уберите алкоголь и сладкое, измените рацион питания тотально, начинайте поститься. Поститься лучше всего в среду и в понедельник и в четверг. Когда вы будете поститься, старайтесь поститься так, чтобы пить воду в большом количестве. Если поститься один раз или два раза на протяжении недели, то посвящайте это вот чему. Смотрите, сегодня для вас вот такой вот есть принцип. Каждый раз, когда суббота совпадает с луной, то есть если полнолуние, это полнолуние в субботу, то обычно в этот день происходит праздник, он называется в Индии Экадаши. Праздник, который обычно посвящен богу Соме, который, или богу Соме, который через Агни исполняет желания. И считается, что именно в этот момент человека слышит Бог, но слышит его определенным образом. Что необходимо сделать? Все страдания, которые вы должны посвятить однодневный голод чему-либо. Вот до этого записал здесь Вася Луцев. Написал, не могу зацепиться за долгое время. Вот в такую Экадаши ночь или вот в такой, допустим, день четверг. Скажите, сегодняшний день голода я посвящаю тому, чтобы в скором времени найти хорошую работу. И постарайтесь все свои страдания в это время посвящать тому, что в дальнейшем они заменятся на радость. Скажите, пусть то, что в жизни вызывает страдания от безденежья, я выплачиваю своим голодом. Взамен принимаю скорая возможность стать богатым человеком. Такие системы, они очень широко распространены в эзотерике, они как раз и являются, может быть, даже такими ключевыми и особенными для жизни человека. Буквально сегодня разговаривал с женщиной, она живет в Италии, и у нее не очень хорошо процветал бизнес. В свое время ей посоветовал такое, она говорит, Андрей Андреевич, первый раз в своей жизни я провела такое голодание, один день я не ела и старалась не пить, но ей можно, она худая. И после этого у меня начались заказы. Андрей Ильич, как это работает? Ну вот, оно вот так работает. То есть не получается, потому что есть долг. И долг можно... Долг, который нужно выплатить в виде страдания. То есть вы создавали страдания у кого-то, и те люди, у которых вы создавали страдания, они об этом помнят и хотят, чтобы вы им вернули долг. И вот этот долг мешает вам быть богатым человеком или успешным и так далее. Ну и вот необходимо отдать вот таким стенанием. Я когда-то говорил, желание исполняется в виде, если человек производит стенание в своей жизни, которое проявляется в виде голода, это могут быть тяжелые физические упражнения, это может быть боль какая-либо. И второй вариант, это радостью, то есть тотальная радость, но это гораздо сложнее. С диабетом, жировым гепатозом. Жировой гепатоз лечится моим препаратом Гепофит и Бетулин и Тантал. Диабет препаратом гликоцитрохромин, жир, стресс и глюконорм. Принимайте. Обязательно обратитесь к эндокринологу. Пусть все же эндокринолог посмотрит на ваше состояние и печени, и поджелудочной железы. Возможно, назначит вам правильный препарат, там метформин или какие-либо дополнительные препараты.